У каждой картины своя история. Мастера-живописцы через работы передают личные эмоции, мироощущения, любовь к близким. Внимание посетителя не могут не привлечь портреты незнакомки – художника Акопа Агаханова. Мое участие вообще в этой выставке посвящено памяти моей недавно ушедшей жены. И там два ее портрета и один пейзаж, незаконченный пейзаж, на котором изображена Гагра. В старых Гаграх, там море. Трудно определить мне, определенно сказать какую-то стиль, но я, у меня лучше получается, когда это делаю быстро, да, там, это можно сравнить с экспрессионизмом, да, это проще, быстрее, потому что такой более классический какой-то. У меня получается плохо, потому что у меня нет терпения, я быстро сгораю, перегораю. Дмитрий Будько на выставке представил свои давние и новые работы. По словам мастера, картины импровизационные. В основном они выполнены в жанре графики. Я стараюсь не определять стиль, не загонять себя в рамки стилизационные. Использую разные материалы, иногда смешанную технику, иногда краски с карандашом, не имеет никакого значения, ни формат, ни материал. Вот чему вот на данный момент, когда ты творишь, душа лежит, то ты этот используешь. Яркие полотна заполнили фойе Гагарского дома культуры. Экспозиция получилась очень разнообразной. Здесь представлены работы как признанных мастеров, так и начинающих художников. Если брать за основу мои личные работы, которые сегодня выставлены на данном мероприятии, то одной из для меня самых сердечных работ является картина под названием «Вера». Это кусочек нашего храма Гагарского. И там, на этой работе, изображена именно служба, которая велась как раз в период зимы. И тем самым мы можем приурочить данную работу к этой выставке. Представил три картины, три сухумских пейзажа. Это часы, колоннада и морпорт. В общем, работы написаны акрилом. Ну, в основном это импрессионизм. И с натуры я пишу. И, в общем, да, сухумская тема. Искусство объединяет людей и вносит в жизнь радость, эстетическое удовольствие и восхищение. Выставка «Зима для каждого своя» проходит при поддержке Дома культуры города Гагра и отдела культуры администрации района. Здесь представлено около 80 работ мастеров живописи. Цель нашей выставки – это пропаганда высокого искусства. Для того, чтобы наши горожане могли прикоснуться к этому искусству, насладиться замечательными картинами, которые любезно предоставили уже наши, можно сказать, друзья, художники, которые уже не в первый раз выставляются у нас. Очень радует, что практически все картины являются произведением наших местных художников разных городов Абхазии, и Гагарского района, и Сухумского, и Гудаутского. То есть практически со всей республики художники принимают участие в данной выставке. Выставка «Зима для каждого своя» продлится до 17 февраля. Поэтому у всех желающих есть возможность увидеть прекрасные работы художников. Алика Трапша, Лина Таня, Музафар Астанов, Абхазское телевидение.